Ладно, пока помотаю заставку. Начинается все очень замечательно. Тут очень много текста, я буду очень быстро его проматывать, потому что я все равно ничего не понимаю. И вот с этого момента я подумал, что, возможно, не стоит стримить эту игру на основной канал, а то, может, это приведет к каким-то плохим последствиям, но Эдхелл меня заверил, что игра нормальная. Вот. И я ему верю. Нет, это не хентай еще. Это еще не хентай.